Всем добрый день. Это новый влог. Влог с первый, самый-самый первый влог с 12 класса. Нет, давай не сейчас. Да почему? Ну, сейчас ужасно. Мне нужно дорисовать. Да нормально, себя. Нормально. Но мне нужно дорисовать. Что тебе нужно дорисовать? Я иду в столовую. Ева, что тебе нужно дорисовать, Ева? Мы идем. Ева, ты что, стесняешься, Ева? Давай. Нет, он снимает. Стительный единорожек. Нет, стой, стой. Я снимаю, когда, знаешь, не раз. Она стесняется. Она стесняется камеры. Я тоже стесняюсь. Тоже стеснительно? Что все такие стеснительные? Идем за едой. Они стоят. Вообще-то кушать надо, идем. Будем продавать деньги. Потом начнем. Булки, я да? Опять не буду плохо. Карибу, идешь со мной. Куда? На плаву. Привет из солнечного Адлера. Ну вот, будем считать, что отсюда начинается все. Пауки. Что? Царство мое. Идем, Витёк. Идем, Витёк, уже в столовую. Идем. Я только в столовую. Я не вижу. Ой, перец прошуровал. Серьезно? Чую. Да не может быть, что понедельник была хорошая еда. Подожди. Что? Ты что, Даш? Это... Ну что, все? Да не перец. А что сегодня дается? Ну хотя бы узнать. А, кайф. Просто гречка. Твоя чуйка нас подвела, Даш. Мы просто зря спустились. Вот спорт. Просто момент ни о чем, Барлоги. Это Виктор. Вить. Ты впервые в моем логе. А, нет, не впервые. Но в этом году впервые. Как у тебя дела? Пойдет. Скучал за мной? Очень. Я знаю, что ты скучал, конечно скучал. Я все каникулы думал только о тебе. Да? А ком еще думал? Тут красят детей. Их мучают просто. Так. Сплошные. А хочешь, чтобы тебя тоже покрасили? Куда все шли? Куда Даша ушел? Не надо, я чистый. У меня своих красок в жизни хватает. А, да. Не, а, так там вообще сейчас не было. Купил школу и думает, кто. Ладно, идем дальше. Да, вон дальше. Нихуя не получилось, блядь, сделала. А хуже. Что ты пытаешься сделать? Попроси Танюху. В чем проблема? В чем проблема Танюху попросить? Идем, я что, безрукая, что ли? Конечно. О, это Харли Квин. Оп. Пару слов туда-сюда. Айоу, всем привет, сегодня буду кушать. Давай не как в прошлом году, не трать 100 лей или 200. Я ж тогда натратился и в итоге разочаровался. Чизкейк, потому что не понравился. Да и чизкейк, блядь, реально. Я больше половины тогда выбросил. Ой, блядь. О, фазлы Миша. Блядь. Оп. Мишка выходит. Кто? Опа. Шаня, ты куда? Бери свою мобилу. Мобилу. Так. Пожалуйста, наши 20. Самая атмосферная музыка. Институтка, блядь. Да. А? Ты это видела? Так, да. Девчата, нужен стол. Шань. Долго стой. Это влог. Это видеовлог. Да, это ярмарка, брат. У меня наряд турка. Турок? Турок. Турок-ублюдок? Вообще смысла туда спускаться нет, брат. Да. Мы уже там были. Там трэш? Да, брат. Трэш-ток. А где тыква, блядь? Да и тыква, блядь. Еще что попросишь? О, греча. Салат. Гречка. Я сегодня пойду. И салатика? Салатика. Не, я хлебца съем. Забудешь? Конечно, ты что думаешь, просто так пошел сюда. Конечно, можно. Все, я взял хлеб, поднимаемся наверх, потому что скоро ярмарка. А если скоро ярмарка, значит скоро мы будем кушать. Да. Так, кто там есть? О, Даш, знаешь, какую мудрую вещь сказал Дима в поездке? Давай. Запомним, когда ты снимаешь что-то,
ты не должна смотреть в экран телефона, потому что таким образом ты упускаешь момент. Ты живешь не настоящим, ты живешь камерой. То есть ты наслаждаешься моментом, смотря в камеру. Хотя нет, это не Дима сказал. Но тем не менее, мы слезно. То есть вот я тебя снимаю, я должен смотреть на тебя живую, потому что я это я когда говорил, потому что когда да, мы... Да, когда мы ему рот закрыли. Я перестала смотреть телефон, я смотрела на церковь. Mm-hmm. Мне, да, это... Блядь, вот просто что должно было получиться? Что это? Ожидание, реальность. Ты сама себе начала это делать. Почему ты просто вниз полоску провела? Просто лицо другое, без веснушек. Поэтому да, другого да, смотрится. Подъем принят. Ева. Да, я пока это не буду. Так смой попросить, чтобы еще раз сделали. В чем проблема? Лос, баста. А моя нюха нету. Я туда не буду заходить. Это детский туалет. Для девочек. Детский туалет, да. Карим Узгобу, все в автобус. Это плохая песня, ее не надо петь. Надо. Карим Узгобу, все в автобус. Здрасте. Не, у нас видеоблог. Спустя 100 лет у меня появилось... Спустя тысячу лет у меня появилось... Кстати, я наснимал тоже пару моментов там. Так что я планирую сделать... У Карима раньше не было песни, а сейчас есть. Да, так что я планирую сделать мини-фильм, знаешь? Карим, и это все эмоции, да? Рожки с Алиэкспресса, блядь. Это все эмоции, да? Долбоёк, кубышки. Ой, блядь. Почему ты не отреагировал? За то, что у тебя был блог без меня. Ты бы уж ты не поехала, был бы с тобой тоже. Она отвернулась ко мне спиной, запомните. Она отвернулась ко мне спиной, запомните это. Я отвернулась, когда тебе спиной? Давай на улицу. Ну, Хэллоуин. Больше такого здесь не увидите. Даш, мне поможешь наш класс оформить? Снова ты, дорогой мой. Ну да, здравствуй. Не успел соскучиться. Не успел. Никита, ты за мной скучал эти очень, несколько часов, сколько скучал. Мы не виделись я с автобусом. Я максимально скучал, особенно по твоим сообщениям и по моим сообщениям тебе. Да, мам, мы в Чедрунге. Да. Видишь? Давай как в фильме. Давай как в фильме. А давай. Тебе нужно пососаться? Да. Мы должны не только пососаться. Типа того. Серега, думаю, ты ж пил, блядь, пол Европы и крутой. А Аризонт купить для него это мелочь. Мелочь. Все не так делать. Разменная монета еще скажи. Да, да, да. Бля, пошли сделаем обзор. Назначи, дайте мне Аризонт. Дачи. Оставляй, оставьте себе. Добрый день. Ух, нифига. Я поснимаю, что у вас есть. Подождите, мы еще не все выставили. А, ну ничего страшного, еще вернемся. Сейчас вернемся. Где твои булки? А ты когда будешь? Что ты будешь продавать? Я ничего не буду продавать, у меня не было времени, чтобы подготовить. Ай-яй-яй, ему конфеты из Праги продавать. Купишь у меня что-нибудь? Иди отсюда, молодой. Где булки? Где булки? Нет, еще сейчас на шестом уроке будут булки. Мои булки. Не мои эти булки, а булочки. Булки? Что за лицо? Лицо попроще. Это скала Джонсон. Блин, где мои коллеги? О, я Кима. Все, пойдем к Киму. Поснимаем Санька. Санек! А ну-ка, Сань, ну скажи мне, скучал ли ты за мной эти несколько дней? Я долгих... очень сильно скучал. Камеру сюда. Я очень сильно скучал. И хочу презентовать. Да, вот я кстати, Дэдминаль. О, я его. Цинка больше, чем. Давай. Где? Ой, подождите, ребят. Меня сколько стоит пицца? 30. Ты серьезно хочешь ее продать за 30 лей? Могу показать. Вот для Карим продать за 30. Подожди, всю? Да вот эту вот. Да, эту. Карим,
Это ты за 30. Могу показать, что случится, если... 35. Карим, 35. Вы что, охуели, молодые? Я могу пойти, блядь, в Августа нормально поесть. Иди в Августа, это здесь, перед тобой. Карим. Иди отсюда за 35 лет такое покупать. Я могу показать, что может случиться, если вы будете кушать миндаль. Вот вы кушаете миндаль, и в итоге... Вот это вот растет. Поэтому кушайте миндаль, ребята, и все будет отлично. Это все, что ты мне хотел сказать? Я думал, ты за мной скучал. Я думал, твои эмоции по-другому будут проявляться. Я скучал по напарнику в зале. Некому было меня пристраховать. Когда я жал 110 килограмм. Так, 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 ребята. 20 лей. 20 лей. Миндалет не пиздите. Сюда, сюда, 20 лей. Эх, Санёк, жизнь она такая. Бля, кого мне найти дальше? Кого мне проинформировать? О, Валера. Добрычка. Ты за мной скучал эти долгие несколько дней? Я, блядь, с минуты без тебя жить не могу. Ну, вспоминаю, как ты меня в мафию отлизывал. Мафию отлизывал? Да, я тебя никогда не забуду. Да, я, кстати, его спас. Мы почти серого трахнули. Ну, жизнь она такая. Да. Все происходит. Все происходит. Все слушают гения Карима. Здравствуй, Дарья. Это что? Это типа не снимай? Это... Вы что-то принесли сегодня на продажу? Да? С чем он? С шарлоткой? Я не знаю. Жаль, яблоки не люблю. А чьи это бутики? Чебан. Чебан? Это кто? Почем бутики? Я хуй знает. Не, он те ебланы продают, короче, кусок пиццы за 35. Ёбнутые. Ага, когда можно в Августа пойти, блядь, купить нормальную пиццу, там, типа, по 20 лей, сколько это там стоит. Они бизнесмены, они бизнесмены, думают, типа. Думают, что самые умные, но они хера не шарят в этом. Да. Спасибо. Все. Бля, я ебу, сейчас Андрюха придет. Да. Его лучше не злить. Андрюха? Не-не. Вот за 10 лет можно купить вот этот кекс. Конечно, я его куплю. Это что? Правильно, там за 35 лет пиццу продают кусочек. Что они? Думаю, пицца из золота сделана. Это такая еда хорошая, дешево. Да-да-да. Конечно. А это целая, да? Сколько она? Нет, скорее всего, вам отрежут. Тоже 10 лет? Отрежут нам? Да, скорее всего. Ладно, пойдемте дальше. Это пятый класс. Это просто прикол. Сука. Тоже пятый класс. Компот продают. Кошарный. Пожрать и домой поеду. Да, нормально. А ну идем, пройдем, сейчас стоит интересно. О! Уберите Артема с этой. Что? Да, ничего. Пошел нахуй, Карим. Не, шотлок идет как-то смешновато. А ну давай добавь красок в этот блок. Такие краски не надо. Сейчас идет Петя вообще разберет. Это ярмарка Сережи Димитрогла. Именно он спонсировал все. 50% акций этого лицея у него. Сережа Димитрогла, спасибо. Пройдем. Что за фифа нарисовалась? Что за фифа нарисовалась? Идем. Давай покажи, сделай обзор на какой-то стол, брат. Обзор. Да. Вон на тот. На тот? Да. Hello. Всем здравствуйте. Сегодня у нас самый пиздатый стол. После нашего, конечно же. Сюда, так, мне кажется, Серега больше всего бабок влил. Пройдемся за главный спонсорский стол этого
дня. Ё-моё. Аукцион пройдет. Аукцион. Продаем человека. Аукцион меня пройдет в 15:00 по российскому времени. Не продаем человека. Продажи самый вкусный турок. Покупаем турка. Кстати, под эту песню перевернулись. Под этой песней перевернулись. Вы молодцы. Жарко, пиздец. Жарко? Сколько стоишь? Сколько стою? Для тебя дорого, братишка. Что, почем? Братишка, скидон будет. Что? Минетик почем? Минетик, попку. Тебе договоримся. Договоримся? Пошли, идем в машину. Моя машина. Да не его машина, моя машина. У нас очень тяжело. На ключи. Твоя машина. О, пацаны, я купил машину. Пацаны, чекайте. Моя тачка. Да. Сколько? Ну, как вам моя покупочка? Моя покупочка вот. Бля, что-то скучновато идет, вам не кажется? Да. Вот, все, у нас есть еда. Ух, нихуя, это что? Это пиздатая тема. Я в прошлом году... Кудрявый пирог, мой. О, я его покупаю. Покупаем, покупаем. Нет, ты мне даешь под раз. И почем, Никита, один кусочек? Да, берите, давайте. Покупаем. Что, не берите до хера, чтобы мы, нам хватило. Возьмите вдвоем на пополам. Все, я взял, я маленький возьму. Так, давай. Никита, о ком ты думаешь, когда слышишь эту песню? Я возьму кусок пиццы, где-то. А маме? Спать. Да нет. Так, где пиздата пиццы? Где пиздата пиццы? Все, как тебе? Кудрявый. Пойдет. Расскажи мне, чем ты занимался эти каникулы? Сколько травки выкурил? Тогда вижу тебя, да? Каждый день по мармеладке. По мармеладке? Нихуя. По мармеладке? Представляешь, что это? А ты видел видос? Нет. Освети. Так мы сготовим этот. Ну, они мне говорили, что ты попробовал. Мы сготовим за очень хороший магазин. И чем, почем? Нормально. Но она была медицинская. Нормально. Чедусу? Да. А где мы? Учителя просили все совместно. Вот это я куплю. Стоять. Ой, Амелька, там еще пить забирают. А сколько это стоит? Сколько я это не стоит? Знаю. Сейчас скажут, все скажут. Смотри, Наташа жадная она. Для меня жадничает. Это Леопольд. Кстати, капец, у них стол полный. Я вообще. Пицца остается, я забираю. Кто будет торговать? Идемте дальше. Идемте дальше. Вперед. Не останавливаемся. Уже пару слов о вашем столе. Нет, все вкусно, дорого. Вы против съемки? Да. Окей. Манго, все от манго. Арига, да? Да. Бренд. Арига, да? Фирменные. Этот пирог 1500 рублей. Какой? Один. Да, вот этот вот. Дима Бежнут сказал, что это земля. Я куплю, когда разбогатею. Тогда идем через 10 лет. Да. Это 1500 стоит. Что? Этот пончик 1500 стоит. 1500, 2200. Это со скидкой. Белый 1500, черный 2500. Черный всегда черный дороже. Это почем? Это золото почем? Это не знаю, это бесплатно. Бесплатно? Бесплатно. Бесценно. Я думал, оно из золота сделано, как светится. Ну да, посыпано золотом. Там 52 карата. Костик. А что это? Это
Костик! Ну, пойдем дальше, пойдем дальше. Зачем останавливаться на одном? О, уже пиццу купил? Здесь ли я покупал?